Как вы думаете, главной причиной проигрыша была несобранность или все-таки то, что ребята не отдохнули толком после вчерашней очень напряженной и очень хорошей игры с их стороны? Ну, я думаю, что, во-первых, очень сильный соперник. По возрасту старше намного наших ребят. И, может, в этом тоже какая-то есть роль и отпечаток. Ну, естественно, ребята сыграли вчера хороший матч, выложились больше эмоционально, физически. И сегодня уже намного было тяжелее. Но радует то, что ребята старались и старались до конца. Порой моментами создавали хорошие моменты, не использовали только вот... Вот, и вот этот радует момент, когда ребята бьются, и бьются именно одним целым, то, что будет как раз у нас день перерыва, я думаю, сделаем выводы и пойдем дальше.